Добрый день. Это интервью на телеканале РБК Омск. И сегодня мы беседуем с заместителем министра экономики Омской области Денисом Кушнером. Денис Владимирович, здравствуйте. Расскажите, какие основные инвестиции сейчас требуются для социальной сферы? На самом деле определять сферу достаточно дело неблагодарное. Когда мы говорим, что закрыли частными детскими садами очередь дошкольные учреждения, мы видим, что появляются новые частные инициативы, которые связаны не только с детками от 3 до 7 лет, но и с уходом за детьми от 3 лет. Какие-то новые методики Монтессори дополнительно внедряются на территории Омской области. Это все, имеет свой спрос, и даже те, сферы деятельности, которые, например, сегодня переинвестированы, например, частные детские сады, они все равно имеют свою направленность. Кроме того, мы видим, что активно капитал у нас вкладывается в частные учреждения физической культуры и спорта. В определенной степени есть туристические направления, в определенной сфере есть даже культурные направления. Ну и, конечно же, это все, что связано с людьми, которые считаются социально незащищенными, в том числе мамочки с детьми до 7 лет, инвалиды, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Есть предприниматели, есть методики, которые позволяют трудоустраивать этих группы населения, поэтому они тоже востребованы на сегодняшний день на рынке. Вот вы много говорите о частных проектах. А может ли социальная сфера быть прибыльной не только для частного бизнеса, но и для государства? Мне кажется, это такое заблуждение, что социальная сфера даже для частника очень прибыльна. На самом деле, с кем бы мы ни общались, мы видим, что маржа там на самом деле небольшая. Конечно, во главе таких предприятий становятся увлеченные люди, которые болеют своим делом, и для них в большей степени важно закрывать, реализовывать социальный проект, проблемы, которые существуют в обществе. Многие пришли в социальный бизнес, исходя из своих, например, семейных проблем, когда что-то случалось с их родными, близкими, они начинали искать пути, как им помочь, абсолютно не находили методики, стандарты и самостоятельно организовывали предприятия, которые потом уже распространяли свою деятельность на многих людей с такими же проблемами, которые существуют в городе Омске. Поэтому я бы не хотел говорить здесь прежде всего о прибыли, я хотел бы говорить об окупаемости. И, конечно, здесь частному бизнесу иногда легче конкурировать с государством, когда они могут предлагать какие-то новые стандарты, которые еще не дошли до государственных учреждений, более быть мобильными на рынке, заинтересовать какими-то услугами, которые не существуют. Государство тем самым привлекает клиентов. Таким образом обеспечивать свою самоокупаемость. Конечно же, социальный бизнес – это не в чистом виде бизнес для прибыли. Если, по вашим словам, социальная сфера не является особо прибыльным делом, есть ли тогда какие-то гарантии для инвесторов? Конечно, есть определенные направления, которые отдельно поддерживает государство в части субсидирования различных затрат. Например, в Министерстве образования есть субсидии на компенсацию затрат по негосударственным учреждениям, то есть частным детским садам, которые предоставляют определенные перечни услуг. Министерство труда и социального развития компенсирует затраты частным домам для престарелых, пансионатам, с тем, чтобы их поддерживать в состоянии. В Министерстве экономики есть программа субсидирования на создание именно таких социальных предпринимателей, частных детских садов, частных пансионатов. Кроме того, мы сейчас разработали проект закона о снижении упрощенной системы налогообложения, ставки по упрощенной системе налогообложения. И прежде всего там будут льготироваться категории, связанные с социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями. Ну и самая главная гарантия, которую мы, наверное, давно уже ждем, эту тему мы неоднократно поднимали уже давно на форуме социальных инноваций, это все-таки федеральное законодательство, которое вообще определит понятие социального предпринимателя. Несмотря на наши, резолюции, призывы, наконец-то мы услышим на федеральном уровне, и вот на июльской встрече с волонтерскими движениями президентом России Владимиром Владимировичем Путиным дано поручение, что
такой закон, закон о социальном предпринимательстве должен быть утвержден в осенней сессии. А насколько эффективно вообще в Омске развивается партнерство государства и личного бизнеса? Ну, можно сказать в целом, что в систему поддержки социальных предпринимателей на сегодняшний день включилось уже 6 органов власти. Это Министерство экономики, Министерство труда и социального развития, Министерство образования, Министерство по делам молодежи и спорта, Министерство образования и Главное управление внутренней политики. По всем этим органам есть специальные программы поддержки социальных предпринимателей. Денис Владимирович, спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что все наши выпуски вы можете увидеть на телеканале РБК Омск или на сайте itv55.ru. До встречи на нашем канале.